В конце декабря на одном из рынков Дмитрова сотрудниками полиции УМВД России по Дмитровскому району был пресечен факт продажи контрафактной стеклоомывающей незамерзающей жидкости для автомобилей. Всего в результате оперативно-профилактического мероприятия омыватель выявлены две торговые точки, на которых без документов на право торговли и сертификатов на продукцию реализовывалась незамерзайка. Из незаконного оборота изъято 320 пластиковых канистр объемом по 5 литров с готовой продукцией. По результатам химического исследования образцы изъятой жидкости не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и изготовлены с использованием метилового спирта. По данным фактам составлены оперативные протоколы по статье 14.1 КОАП Российской Федерации «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения». Санкции статьи предусмотрены наложение административного штрафа до 2000 рублей. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление мест производства опасной продукции.